Жители Талгара в Алматинской области боятся выходить на улицу. Жалуются, что город заполонили бродячие собаки. Псы облюбовали местные свалки и территорию заброшенной больницы. Недавно дворняги набросились на детей. Трагедии удалось избежать, но местные переживают, что все может повториться. Баужан Апсеитов оценил зубастую угрозу. Эту небольшую улицу на окраине Талгара местные стараются обходить стороной. Жители говорят, здесь небезопасно даже днем. А все из-за бездомных собак, которые поселились в заброшенном здании старой больницы. Ежедневно псы сбиваются в стаи и пугают горожан. От них давно нет покоя. Вот с мусорки все таскают. Живут здесь и спят, и едят. Вот видите, что они тут наделали. Бегают стаями друг за другом. Жить не дают спокойно. Ходим и боимся этих злых дворняг. Раушан Гульберекетова без острой необходимости на улицу старается не выходить. Женщина тоже боится собак. Она ежедневно наблюдает, как целые своры дворняг кружат по округе в поисках еды. Больше всего их здесь утром и вечером. Еще одной излюбленной территорией псов стал местный магазин. Да, я говорю, и тут рядом. А где это самое, еще не нападет. Вот идет, мы пошел и дальше идем. Постоянно так с магазина идешь, они прямо сзади или рядом идут собаки. Ну, их это где-то весной меньше было, а сейчас уже где-то 7-8 собак. Нет, вата, то они кувейватор. Собаки вот бегают со всех сторон. Жители неоднократно жаловались, но справиться с бездомными животными в Талгаре не может даже сама служба отлова. Ну, знаете, у нас только одна бригада, состоящая из 4 человек, со мной 5. Но делается, Талгарский это на 11 округов, это большая местность. Из-за этого нам приходится на каждый день есть. День 15-20 собак отловываем. По мере возможности. Здесь хозяева сами подъезда кормят их, сами бросают, и а потом на это жалуются. Местные уже не ждут помощи от властей. Они вооружились палками и дубинками. Говорят, это пока единственный способ отразить атаки зубастых стай. Боржамсидов, Кайрат Зиябеков, КТК, Алматинская область.